Само шествие колонны трудовых коллективов стартует в 10 часов и пройдет по центральным улицам города на Театральную площадь, где сразу после демонстрации начнется праздничный концерт. В 11:30 возле сценической площадки на улице Горького можно будет насладиться творчеством муниципального духового оркестра. А в 12:00 все желающие приглашаются в городской театр на юбилейный концерт «Весенний арт-парад» образцово-художественного ансамбля песни и танца «Солнышко» и народного музыкального шоу-театра «Артсоюз». Праздничные мероприятия охватят и все сельские округа. С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте администрации города или на нашем anaporegion.ru.